Премьер-министр спорта Дагестана встретился с участниками драки на соревнованиях в Каспийске. Магомед Магомедов посетил накануне дворец спорта имени Али Алиева, где на молодежном первенстве с КФУ произошел инцидент. Руководитель спортивного ведомства подчеркнул, что народы Северного Кавказа всегда связывала крепкая дружба. Также премьер-министр спорта призвал арбитров к объективному судейству, которое зачастую и приводит к подобным конфликтам. В то же время Магомед Магомедов назвал недопустимым поведение спортсменов, которые обязательно понесут наказание как пример для всех остальных. Ни одна медаль, какой бы высоте эта медаль ни была, если обладатель этой медали, он человеком не стал. В первую очередь для любой семьи, для любой республики, для любого народа нужен правильно воспитанный, красивый человек. А потом и ваши достижения.